Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее пригрозил, что его страна наладит реверсные поставки нефти и газа из Польши, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По результатам этой беседы Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ о нефти и начать альтернативные поставки, пишет Белта. В продолжении развития вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь, говорится в сообщении. Так, Лукашенко созвал совещание с руководством нефтехимического комплекса Беларуси и поручил прекратить переговоры с Россией, а также искать источники альтернативных поставок. В частности, предполагаются поставки нефти по железной дороге из стран Балтии, а также альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба». Беларусь и Россия планировали достичь новых договоренностей о поставках нефти с 2020 года. Как пишут российские СМИ, если соответствующие соглашения не заключены, поставки нефти из РФ в Беларусь могут прекратиться уже с 1 января. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.